Давно не бачилися із нашою наступною гостею. Це Оксана Левченко. Хто раптом не пам'ятає, це благодійний фонд «Творіть добро, Україна». І сьогодні у нас є ще один приємний привід поспілкуватися. Не так давно, минулого місяця, в місті відкрився благодійний магазин. Що це таке? Яким саме чином він функціонує та кому допомагає? Сподіваюся, Оксана нам сьогодні розкаже. Доброго ранку. Доброе утро. Давай по порядку. Магазин, ідея, як все відбувалося, чому, я так розумію, от як, знаєш, як ви... На рынке экономические отношения. Есть спрос, есть предложение. Скорее всего, как-то совпало и первое, и второе. Наше волонтерское движение «Твори добро, Украина» с 2008 года занимается активно, помимо разных направлений, гуманитарной помощью. То есть нам приносят люди вещи, и мы передаем вещи нуждающимся категориям населения. И у нас недавно, ну, несколько лет назад, возникла такая проблема, что очень много людей, как бы, во-первых, нуждаются в помощи, во-вторых, хотят отдать свои вещи, то есть помочь другим. И у нас не было места, где мы можем это хранить, складывать, потому что это, ну, действительно, где мы можем это сортировать. Поэтому мы подсмотрели в других странах, в других городах такую практику, как благотворительный магазин. То есть это существует, активно реализуется, особенно в Европе они очень популярны. И мы вот так зарядились идеей, что мы тоже хотим, чтобы у нас в городе был такой магазин, чтобы все люди могли туда прийти, отдать свои вещи и таким образом помочь кому-то. Два года мы там устраивали разные ярмарки, там смотрели, насколько для наших людей, для нашего населения это будет понятно, удобно. Ну, как и разовыми акциями, как хотела что-то на постоянной основе. Мы хотели что-то на постоянной основе, но мы также хотели понять, насколько это эффективно и перспективно в нашем городе. Оксана, как это функционирует? Расскажи для тех, кто взагалі ніколи про таку штуку не чув. Любой человек может открыть свой шкаф, в котором наверняка есть те вещи, которые давно не использует, и он не знает, что с ними делать. Вот ему и выбросить их жалко, и отдать ему их некуда. Он может их сложить в один пакетик и принести нам в магазин, который находится по адресу проспект Ленина, 175. А там ребята эти вещи примут, мы их сортируем. Основную массу вещей, которые нам приносят люди, мы передаем нуждающимся категориям населения. В основном это территориальные центры, областные, то есть в районах, которые... Не по городу Запорожья, это, в принципе, сельские жители. По всей городе области. Запорожье есть другие центры гуманитарной помощи. И люди напрямую обращаются и к нам, и мы им, конечно же, не отказываем. То есть мы говорим, возьмите то, что вам нужно. Но больше, вы ориентируетесь все-таки на область. Мы ориентируемся на область, потому что у нас есть возможность выезжать и отвозить эти вещи. То есть у нас, как бы, ну, есть возможность покрыть транспортные расходы. Из-за этого мы поставили себе цель больше отвозить в села и в районы, там, где, ну, не так много гуманитарных центров, как даже в Запорожье. Оксана, ще я, наскільки пам'ятаю, у жовтні відкрився ваш магазин, тобто за цей час, там, скільки, місяць-півтора функціонує. Наскільки жваво жителі Запоріжжя все ж таки вирішили піти вам на зустріч, наскільки часто проходять і приносять якісь речі? Приходять і приносять люди дуже часто, і ну, ми завжди раді новим посетителям. Ну, звісно, ну, це все процес, тому ми чекаємо, що буде більше і більше. Тобто ми настроєні на розвиття, настроєні на те, чтобы магазин привлекал как можно больше людей. В магазине также можно и купить себе какие-то вещи. То есть мы оставляем вещи в самом магазине и продаем им по достаточно доступным ценам. Таким образом, собирая деньги на какую-то определенную цель. То есть мы ставим цель там в течение месяца. Например, в этом месяце мы собираем деньги на покупку инвалидной коляски для мальчика, которым она действительно очень необходима. То есть об этом есть информация в социальных сетях, и в магазине непосредственно можно прочитать. То есть... Скажи, пожалуйста. Жители области, звідки про вас дізнаються? Тобто у нас там Facebook, интернет, все таке інше. Ми з тобою, в принципі, давно знайомі. Я так намагаюся стежити, принаймні, за тим, що відбувається в вашому центрі. А от люди, які потребують вашої допомоги, які, власне, приходять в магазин за якимись речами, за якимись одягом, ну, навряд чи мають комп'ютери, інтернет і все таке інше. Звідки вони отримують про вас інформацію? Люди, которые хотят бесплатно получить вещи, у которых есть в этом потребность, да? Да. Мы работаем с территориальными центрами в районах, поэтому они, это центры государственные, которые обслуживают такие категории населения. И центры Красного Креста. Да? Да, социальные работники, центры социальных служб семьи, детей и молодежи. То есть они знают те категории населения, они к ним обращаются, то есть к ним целенаправленно приходят люди и просят у них такую помощь. Поэтому... Мы сталкиваемся иногда, что
люди, у которых, может быть, небольшие финансовые возможности, намного проще расстаются с вещами, может быть, с какой-то даже материальной помощью, чем люди, у которых действительно, в принципе, ну, скажем так, в легкой форме в избытке. Правда или нет, с кем приходится общаться, кто более отзывчив в городе Запорожье? Мне очень сложно оценить это. То есть люди приходят абсолютно разные, приносят очень разные вещи. У нас есть очень что-то необычное, там и баяны, там кроватка детская, и сумка. Слухай, якщо ви заговорили про те, що різні речі, а що, в чому основна потреба? За чим найчастіше приходять, чого не вистачає? Не хватает в основном одежды. То есть люди приходят за одеждой. Сезонная одежда, если зима, это теплая какая-то одежда. То есть за этим люди чаще всего обращаются. Хотя в магазин приносят и технику, и там компьютеры, и посуду, и игрушки. Да, игрушки еще. Это очень такая... Потому что если какая-то семья, у них нет возможности сделать подарок для своего ребенка, то очень часто они берут тоже игрушки, чтобы потом его поздравить на какой-то праздник. Зазвичай, якщо якісь фінансові проблеми, то іграшки – це останнє, на що витрачаються гроші. Ну що ж, в будь-якому разі хочеться звернутися до усіх наших глядачів, не залишайтеся байдужими, тим паче зовсім скоро різдвяні, новорічні свята, День Святого Миколая. Це такий час, коли хочеться робити щось хороше не лише для себе, для своїх близьких, але й для людей, які цього потребують. Звертайтеся до Оксани Левченко, до благодійного магазину. Скажи ще раз, де тебе знайти? Проспект Леніна, 175. Ну, звісно, ви є як організація в соціальних сетях, можна завжди присоединиться, посмотреть, списаться, узнать, что более необходимо на данный момент. Окей, я думаю, в нашей группе ВКонтакте мы разместим, безумовно, всю информацию и с картой, где это находится.